Инспекторы объяснили водителям порядок использования различных видов детских удерживающих устройств и предупредили о возможных последствиях несоблюдения правил дорожной безопасности, при этом не забывая штрафовать нарушителей ПДД. Сегодня в Свияжском районе города Ульяновска госавтоинспекция проводит специальную операцию «Автокресло детям», в рамках которой будут привлечены к административной ответственности водители, перевозившие детей в салоне автомобиля без детского удерживающего устройства. Проверки проходят вблизи образовательных учреждений. Госавтоинспекция региона напоминает, что при невыполнении требований к перевозке детей водители привлекаются к административной ответственности и штрафу в размере 3000 рублей.